В этом видео мы поговорим про известного рэпера MC Дони, который стал очень популярным в России и работает в Black Star вместе с Тимати. В этом видео вы узнаете, как он раскрутился. MC Дони – настоящее имя Достонбек Исламов. Также некоторое время назад был известен под псевдонимом Дони Топор. Родился 18 декабря 1985 года в Узбекистане, в Фергане. Сначала он приехал в Москву просто на заработки. Свободное время проводил в центре, где обзавелся знакомствами с местной тусовкой. Позже начал работать MC в различных клубах, в которые часто приходили участники лейбла Black Star. Они постоянно виделись и сдружились. Затем ему организовали встречу с Тимати. И с этого момента его жизнь начала сильно меняться. Поставьте прямо сейчас лайк видео, если вам нравится MC Дони или хотя бы если гордитесь им. 2014 года является артистом лейбл Black Star. Первую популярность получил в том же году после выхода клипа «Борода». После состоялась премьера короткометражки «Капсула». Он стал обладателем титула «Лучший клубный MC года». В 2015 году еще раз увеличил свою популярность благодаря совместной песне с Натали «Ты такой». Друзья, у нас есть группа ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и канал на YouTube. Подпишитесь на любой из них прямо сейчас, чтобы сразу узнавать о новых видео, которые выходят два раза в неделю, вторник и суббота.